Обычно за сопровождающей машиной едет велосипедист, которому уже трудно ехать, может, он устал. А за машиной образуется воздушный карман, и велосипедист может продолжать заезд. Это не запрещено. Состояние подростка оценивалось как тяжелое. Ему сделали операцию. В ДТП винят дальнобойщика из Польши. Уже известно, он не был пьян, отдыхал и соблюдал рабочий график. Сама авария произошла так. Ехали две фуры. Первая начала перестраиваться, а вторая не соблюдала дистанцию. И шофер не успел среагировать, увидев велосипедистов. Суд дал санкцию на арест дальнобойщика. Сразу после аварии поднялась дискуссия. Мол, пора запретить велосипедистам ездить по шоссе. Спортсмены не согласны. Говорят, других возможностей тренироваться у них попросту нет. Пробуем больше ездить по лесам. Но опять у Риги делаются запреты въезда в лесах. Начальник управления безопасности движения Норманд Крапсис не считает, что надо менять существующее законодательство. И все-таки кое-какие изменения произойдут. С 1 января у автомобиля, который сопровождает группу велосипедистов, должны быть желтые проблесковые огни.